Красота и здоровье. Отличные рецепты сохранения красоты и здоровья ваших рук. Каждую женщину интересует красота и здоровье, поэтому нужно не забывать о своих руках, ведь они выдают наш возраст в первую очередь. Сейчас мы поговорим об отличных рецептах красоты и здоровья ваших рук. Если кожа рук потеряла блеск и стала шероховатой, то лучший рецепт – это ваночки из теплой воды и соды на ночь в пропорции 1 чайная ложка соды на литр воды. Также можно использовать отвар льняного семени или пену туалетного мыла. Роговевшие частички поможет разгладить, удалить пилинг. Его можно приготовить из абрикосового масла и сахара. Нанесите его на руки и очень скоро почувствуете, что кожа рук стала намного нежнее. Для смягчения кожи рук используйте ваночки из теплой воды с нашатырным спиртом или глицерином в пропорции 1 чайная ложка на стакан воды. После любых ваночек необходимо обязательно использовать жирный крем для рук. Если у вас потрескалась кожа рук, в таком случае вам поможут ваночки с шалфеем, ромашкой или липовым цветом. Опять же, после процедуры необходимо воспользоваться кремом. Если вы заметили на руках сухие мозоли, то сначала попарьте руки в теплой воде с большим количеством мыла, затем выполните контрастные ваночки с горячей и холодной водой. Мозоль следует потереть щеточкой и смазать кремом. Несколько процедур будет достаточно, чтобы от нее избавиться. Если у вас есть такая проблема, как сухие локти, то вам поможет растительное масло. Нагрейте его на водяной бане, налейте 2 емкости и опустите туда локти на 10-15 минут. Даже самая шершавая кожа размягчится в таких условиях. Красота и здоровье нужно любой женщине. Заботьтесь о своих руках, и отличные рецепты позволят вам сохранить красоту и здоровье ваших рук. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал.